Как вы думаете, на чем сейчас стоит Леонардо Ионович? Никогда не догадайтесь. В данный момент времени я нахожусь на лифте, который может меня отвезти на второй этаж. Я уже здесь работаю более 3 лет, но первый раз узнал, что у нас есть лифт. Теперь я буду на второй этаж на лифте подниматься. Правда, она загружена дверьми, но это другая история.